Всем привет, вы на канале Технофорум. Сейчас внес очередные изменения в концепцию снегоката. Сейчас он у нас не цельный, а разборный. То есть у него отделяется двигательный отсек, отделяется лыжи, отделяется руль. Длина максимальной части, то есть гусеничного блока, 1,15 м. То есть такая техника войдет в любой автомобиль. Даже не обязательно, чтобы это был универсал. В багажник, ну, любого автомобиля. Сейчас я заказал лазерную резку. Боковины сделаны из металла 4 мм, облегченные. Запчасти тоже уже по большей части все закупил. То есть буквально ну, вот, на днях приступаю к сборке. Так что модель вы можете скачать по ссылке в описании. Если есть конструктивные предложения, замечания, буду рад услышать, оставляйте комментарии. А если видео и тема вам интересна, подписывайтесь на канал, сохраняйте этот ролик у себя в плейлисте, чтобы не потерять. Всем пока!